Но мне все-таки удалось у него кое-что узнать. Ну, и? Он сказал, что я должен научить Машу всему, что знаю. Он хочет лично с ней связаться. Но если я этого не сделаю, мне хана. Да не переживай ты так, все будет хорошо, правда? Он также упомянул и тебя. Ты должна обучить ее всем знаниям огня, иначе и тебе не сдобровать. Ребят, знаете, мне кажется, лучше уйти. Стоять! Никуда ты не уйдешь. Теперь наши с Дэном судьбы зависят от тебя. Мы научим тебя всему, чему знаем. Ну, я думаю, вы поняли, что с дедом шутки плохи. Поэтому, Маша, с завтрашнего дня мы должны приступить к обучению. Стоп! Разве не сам этот Тадалим Великий будет учить меня некромантии? Мы дадим тебе основы. Дань! Что, у меня есть выбор, что ли? Научим. А Тадалим Великий будет тебя обучать тому, что никто не знает. Понятно. Тук-тук. А я смотрю, ты подготовился. Атмосферненько у тебя тут. Проходи. А то я тебя уже заждался. Ну и с чего начнем? Первый урок будет заключаться в вызывании духа близкого для тебя человека. У тебя есть кто-то из тех? Да, бабушка. Супер. Это то, что нам надо. Бери зеркало и свечу. Сейчас? Нет, блин, завтра. Сейчас, конечно. Отлично. А теперь вводи по кругу свечой и мысленно представляй, как ты говоришь с бабушкой. Ты должна услышать ее голос. Ну, ученица, у тебя все получится.